Листопад перешагнул экватор. Показана половина конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля. В расписании сегодня основные конкурсы в программах форума «Молодость» на марше документального и игрового кино. А в полдень пройдет церемония закрытия листопадика. Кроме режиссеров, актеров, критиков, Минский листопад собрал программных директоров крупнейших фестивалей. В частности, о том, как определяют фильмы на Берлинский кинофорум, расскажет его отборщик Николай Никитин.